Сегодня пошел на подработку, на стройку по этому объявлению. Работа там очень тяжелая, весь день обливался потом, ибо мы ломали ресторан. За эту работу мы договорились с Ли Константином Исханяна за 150 до 5. Он должен был мне заплатить. Я отработал до 6 часов вечера, то есть 1 час переработки. За все это время он заплатил 150. Этот алкаш, в общем, пропил мои сверхурочные, нанял 15-летнего школьника, что карается законом. Преступник, в общем, он, который работают на своих южнокорейских хозяев, обманывая своих соотечественников, вы все должны знать.